Пожалуйста, да. Вот.
Значит, вот такое у нас начальное состояние. Да? Вот оно там стоит. Теперь, если мы возьмем вот это самое фи от t, то есть посмотрим его вот здесь. Да? То есть вот оно как там жило, и рано или поздно случился момент времени t, и t будет большое, вот его будет стремиться бесконечно. Вот, а потом мы посмотрим значит, проекцию этого состояния фи от t на исходное состояние фи от нуля. Вот, это, если хотите, пропагандер, вот такой вот большой штук. Да? Вот, и что же это будет? Значит, если мы рассмотрим такой вот эксперимент, значит, фи от t, фи от нуля, вот, то как я могу считать? Я могу сказать, вот сюда ставлю единицу, как сумму по всем возможным состояниям вообще. У меня получится, значит, единица от t. Я туда. А вот, сумма боя. Сумма боя. Дальше. Это у меня некий оператор, да? Вот. И я могу сказать, что фи от t. Вот. Это что? Это есть у меня t. И от меня где а? Это гальтониан, вот мы гальтониан строили в прошлый раз, вот мы там из него построим гальтониан, вот будет, значит, гальтониан наша система. Вот. И зато подставим. Значит, у нас что получится в итоге? У нас получится. Значит, получится. Значит, вот e в степени, это же крест взять, это у меня будет e в степени и ht с этой стороны. Да, сразу у нас e в степени и ht с этой стороны. Вот, дальше, вот этот h. Он может сюда подействовать, даст мне некое основное состояние. Этот H подействует сюда, даст мне энергию вот этого состояния. А после чего вот это будут просто числа, я их могу вынести, да, за матричный элемент. А у меня получится матричный элемент вот сопряженный от вот этого, да? Вот. Это будет сумма по n e степени и t. На, значит, вот тут у меня ЕМ, то я Е, вроде так. Вот, помножить на модуль М, Фи от нуля, на 0 квадрат. Да? Хорошо. Вот. Теперь я смотрю, что я хочу в этой формуле. Я хочу d сравнить с конечностью и хочу взять маленькую добавку. Вот что будет, если я это буду делать? Я стремить к плюс бесконечности. Вот что будет? Вот это какие-то разности энергии. Ну, я тогда не могу вот так написать. Минус. Вот. Ну, это некие положительные числа. Значит,
вот тут, если я буду стремить к плюс бесконечности, вот тут у меня минус эпсилон стоит. Будет убывающий экспонент. Так. Убывающий экспонент. Да. И чем больше вот эта разность, тем быстрее она будет убывать. Поэтому, когда мы так стремить будем, основной вклад будет давать вот этот показатель с наименьшим вот этим вот значением. А это, собственно, и есть основное состояние. Вот. Это энергия вот, двухкварковой системы, да? Ну да, это энергия связи, ну, то есть они могут быть как-то возбуждены, там еще могут обращаться, там еще чего-то, да? А может там что-то родиться, это все возбужденные состояния. А вот когда они просто там стоят и ничего там нету, да? Вот, то это энергия основного состояния. И именно она останется вот в асимптотике. Вот. Поэтому мы можем сказать, что это будет стремиться к некой константе, которая, вообще говоря, будет определяться вот отсюда, да? Но она не зависит от этого времени. Вот. Помножить на e в степени минус i, где, значит, я не знаю, так это ground state над t, где это как раз вот первое возбужденное состояние над тем, что ничего нет. Вот. А ну и почему мы выбросили? А мы его не выбросили, мы его вычли. Вот. Ну, в вакууме у нас есть энергия вакуума, да, мы его вычли. Это где-то между равенством? Нет, почему? Ну, мы просто отсчитываем вот... Ну, вот в этой сумме пахнет. Основного состояния нет уже. Ну хорошо. Можно сказать по-другому. Вот в этой сумме по n, когда вы будете считать, вот тут 0, вы мне говорите, да? Да. То есть тут 0, тут у меня один кварк-то есть. Он у меня просто тут будет окрест какой-нибудь стоять, да? И он выберет, да, такого состояния не будет. То есть тут с единицы, грубо говоря, начнется. Ну, хорошо. Но только не кварк, а дикварк, да? Фи это же уже вильсоновский там интегралус. Фи, да, но они у меня не спариваются, они у меня уже упорядочены нормально. Кварк и антикварк. Стоп, почему так? Вы имеете в виду вот это? Нет, ground state. Ну, вот ноль это вообще ничего нету. И кварк, и с антикварком тоже, да. А это получается кварк. А они там есть, но в своем наименее возбужденном состоянии. Вот. Да. Так. Все. Вот. То есть вот такая у нас асимптотика. И это, оно, естественно, будет как-то зависеть от этого. Вот, да? И если мы возьмем логарифм от этого поделим на минус и t, то константа у нас, когда мы возьмем логарифм, она от t не зависит, соответственно, она вымрет при больших t. Вот, когда мы возьмем логарифм и поделим на минус t, у нас как раз останется вот эта энергия основания. Вот. То есть вот это смысл этой формы. Вот. Теперь это вот, значит, из таких общих проблем. Если я возьму и посчитаю теперь из матрицы двух способов, тут у меня стоит этот крест. Я нуля. На вакуум. Я вот это произведение напишу. Оно у меня уже упорядочено, но это t, большое t, это 0, оно у меня стоит как надо. Вот. Но когда я напишу t произведение, я могу сказать, что ну вот это произведение я могу использовать мой пропагатор, который я говорил раньше. Вот. Поэтому что это будет? Это будет. Вот я сейчас вот это распишу. Значит, это будет. Вакуум.
Если я буду делать крест, у меня будет штрих крест 0. Дальше у меня будет инстаграмма крест. У меня будет вот это у крест, оно мне переставит сначала конец 0, 0, R0. Вот, потом тут будут там гамма 0 крест. Потом здесь псих-крик от F0. Это я вот это написал крест. Да? Вот это. И вот это вот ниже. Это будет просто с чертой 3. И еще это будет времени T. Да? То есть я вот тут вот T все поставил. Вот, а здесь я его просто перепишу. Должен спаривать, соответственно, вот тут у меня псикрест, значит, оно спарится у меня вот с этим, а это, соответственно, спарится вот с этим. Да? У меня будет два пропагандера. Вот. Хорошо. У меня будут эти два пропагандера. Пропагандеры, вот они, я их знаю. Что мне нужно из этого пропагандера? Тут много чего будет, какие-то там вот, значит, вещи. Основное, что из него вылезет вот эта экспонента, да? Которая по времени идет. Итого, если я посмотрю сюда, вот у меня есть t экспонента от 0,0, ну, в смысле, p экспонента от 0,0 до r0, от 0,0 до r0. Вот она у меня вначале была. Вот это. В конце тоже у меня есть вот это. Вот это буква. Теперь, когда я вставлю пропагатор, вот тот, соответственно, у меня будет от 0t до 0,0. И от r0 до rt. Да? То есть это как раз вот эти вот экспоненты, которые у меня по вот этим контурам. Матрицы встанут, и еще вот эти экспоненты, значит, встанут. Вот. Итого, чему это все будет равно? Это все будет равно, если мы напишем, то у нас будет как раз вот это вот U по вот этому квадрату rt, значит, которая пришла из всех личностей. Да? Потом будет некая константа, в которую войдут все вот эти гамма-матрицы, да? Вот эти все гамма-матрицы из пропагатора, там одна, вторая, вот эти все функции. Все это будут некие вот константы, они от C не зависят, да? И от R не зависят. А как писать R, R? Не важно, где-то, вот тут?
Нет, это я пишу, так сказать, чтобы не писать очень долго. Как хотите, где там пишу по-другому, ну да. Это, так сказать, как вам удобно, как я пишу. Вот. Ну и еще тут будет Евстихини. Красиво, но она совершенно не нужна. Вот. Вот. Значит, так. Собственно, и все. После этого мы говорим, что ну вот это равно этому, да? Поэтому... След он замкнут, да? Из него не торчит никакой след. Вот. Поэтому можем сказать, что вот след вот этого, ну, на Е в степени минус 2 ft, значит, в пределе большом, когда мы сюда будем уходить, он будет переходить в нашу вот эту энергию. Ну, две массы, они в этом смысле, они там есть, поэтому мы их можем там вычесть и остаться в потенциале. След мы берем, потому что у нас нет индекса. След мы берем, потому что значит, цветовые индексы есть только тут, да, вот таких нет. Так? И когда мы будем спаривать, у нас вот тут вот есть цветовые индексы, скажем там, и, g, да? Вот это пси и, да? Вот это пси спарилось вот с этим пси g там снизу, да? Соответственно, когда мы пропагатор возьмем, вот тут вот мне достаточно будет пси g, скажем, эти индексы. И они так замкнутся. То есть это и есть следствие. То есть, чтобы его получить, нужно вот вычислить вот это. Как мы будем это вычислять? Вот это U, то есть мне нужно единица на лице, E, U по вот этому квадрату. Средний. То есть, это вот такой матричный уровень, понятно? Я разлагаю это в ряд. Да? Я считаю, что константа связи мала. Ну, склон имеет смысл, что константа связи мала. Вот пусть она мала для начала. Да? Вот значит она мала, разлагаю в ряд. Первый член ряда, это тут вот стоит единица. Да? Под следом стоит единица. Единица в смысле матрица 3 на 3 единица. След ее равен nc, nc сокращается, остается единица, да? Единица осталась. Следующее слагаемое. Тут будет такое. Единица на nc. Значит, след. Интеграл по вот этому квадрату.
же равно. Это чему равно? Это пропагатор. Это пропагатор глюона, да? Мы его с вами не вывели еще. Вот. Мы это сделаем, я думаю, может, в следующий раз, может, через раз. Но пропагатор фотона вы знаете? Искать. Скажу, что ну вот давайте вот часть веб-меню А, которая без взаимодействия, которая отличается пропагандой, она на самом деле какая? Там будет что-то типа меню А плюс меню А. Но она вот такая же, как для фотона, да, только вот индекс добавился. Вот. Там есть еще сложность, на самом деле, о которой мы будем говорить. Но вот для того, чтобы сейчас это рассмотреть, эта сложность не имеет значения. Поэтому мы можем пока предположить, что пропагатор фотона, меню АП, скажем, там, от X и Y, да, что он такой же, как... Вот. Это не совсем правильно. Я еще раз говорю, мы это исправим, но пока нам этого достаточно. Вот. То есть глюоны с одинаковым индексом взаимодействуют, а с разными. Да. Вот. Соответственно, вот это пропагатор глюона, который мы будем добавлять. Это тема целой лекции, которая будет скоро. Вот. Который скоро будет. Да. Так. Это пропагатор в импульсном представлении. Да, тут вот он у нас от X и Y.
То есть нам неплохо бы его иметь в координатном представлении. Вот, значит, что такое координатное представление? Это, соответственно, D от X, это X от Y, это X. То есть нужно взять вот такой интеграл, да? Этот интеграл берется, просто это некоторое время. Вот, я думаю, вы на семинаре его точно возьмете, а сейчас мы можем ответ указать. Собственно, по размерности. Понятно, что ответ будет зависеть только от x, да? Но нету больше ничего. Ну и от x квадрата, из него не торчит ничего. Вот. Соответственно, это будет x квадрат в какой степени? Вот смотрите, ну вы считаете степень размерности его, да? Размерность вы добрать можете только через x. Соответственно, это будет x квадрат в какой-то степени. Поскольку это зависело от b квадрат, вы делали какой-то фурье, вот, но это было в варианте. Смотрите, тут 4 импульса минус 2, соответственно, 2 импульса останутся, а x и p обратно. Это вот так. Да. Вот. Это вот так будет с ним коэффициентом? Вот. Коэффициент я вам напишу. Вот, ну и за этим надо следить. Если вы аккуратно будете следить, когда фурье будете делать, то в принципе получится. Но это ничего такого в этом интеграле нет, но если не возьмете, то я расскажу. Вот, и коэффициент сейчас я напишу. Значит, я вот тут взял минусы, тут поделил на 2/4. Тогда я получил вот так. Вот. Вроде бы. Ну как он берется? Мы говорим, что значит, вот этот p квадрат можно представить. Ну, есть интеграл, если это не минус x, но x, куда здесь конечности. Это что там? Минус на альфа, да? Соответственно, вот если альфа взять вот это p квадрат как плюс 0, то у нас получится интеграл по dx от e в степени минус вот это p квадрат плюс 0, а там параметр интегрирует. Мы его сюда добавим, выделим полый квадрат, интегрируем по p. Оставшийся интеграл, он там табличный. Вот. Значит, вот так мы это получим. Вот сюда и подстраивается. И еще. Значит, это получится дельта АВ на минус Y квадрате минус 0. Дельта АВ на дельта АВ что даст? Вернем когда. Это будет за 3/3. Чего вы? За 3/3. Нет. А и В меняются от 1 до 8. Матрица 3/3 вот эти были, а В
вот эти сюда. Ну, мне бы через РЦ. РЦ 3. Звук цветов. 2 из n в квадрате минус 1, да. n в квадрате минус 1, еще вот тут пополам, и еще вот тут вот РЦ есть, да? Это значит, что это? Вот такая вещь, значит, в квадрате минус 1 за 2 nc, что я вам стал, по-моему, результатом кардинальной константа. Да, правильно. Это, значит, cr, что называется, фундаментальное представление кардинальной. Вот я тут пишу. Cr. Итого, вот это все я убрал, значит, я бы и двойку убрал. Значит, вот, отсюда у меня взялся минус. Отсюда у меня взялся минус. Тут минус, то останется 4 в квадрате. Вот. И останется интеграл. Вот этот. Ну, еще вот это двойка, да? По вот этим квадратам, значит, интеграл такой. Dx мод, dx мю, как инвес в этом, dx, dx минус y, квадратик минус y. Вот, соответственно, у нас x и y бегают вот по этому контуру. Вот, независимо. Нужно такой интеграл посчитать. Соответственно, у нас, скажем, какие будут конфигурации. Когда x и y, у нас, во-первых, будет расходимость некая, когда x равно y, да? Вот, это некая расходимость. Соответственно, чтобы ее правильно учесть, надо как-то регуляризовывать интеграл. Например, вводить размерную регуляризацию, вот тут вставить d, да? И тогда вот это немножко все поменяется. Вот это вы сделаете на семинаре, а я не буду. Вот. Почему я не буду? Потому что какой есть, какие вклады есть? Есть вклады, когда x и y, скажем, вот на одну из линий, скажем, на это, на это, на это, на это, вот они тут. Да? То есть у нас вот бион между вот этими точками. И вот они могут встать в одну точку. Да? Вот. И, но! Значит, если эти две точки, скажем, тут, они никакого отношения к t не имеют. Вот, поэтому вот такие вклады просто вымывают, когда мы на t пойдем. Ну, мы рано или поздно все на t будем пойти. Они вымывают. Вот. Если они вот здесь, то они будут зависеть от t, но степень t будет недостаточно. Опять на семинаре посчитали, поделитесь. Вот. Есть еще вот такие вклады, типа, когда один тут, один тут, кладу вот. Там тоже будет степень t. Вот. Останутся вклады типа вот такие. Вот. И там будет достаточно. И вот такие. Когда она даже тут вторая. А вот это даст нам потенциал. Вот. То есть я вам сейчас вот это покажу, как считается. А все остальное. На земле, да. Вот. То есть если мы будем считать вот такие вклады, то. Значит, так, условно. У нас останется единица плюс минус сверх квадрат сверх 400 в квадрате. Вот я сразу пишу от 0 до t, 0 до t, dts dt. То есть я x и y. Я говорю, что вот x мю и y мю, они только компоненту по t, который имеют, да? Причем мы там идем, то есть в таком вот направлении, то есть один контур мы идем туда, второй обратно, да? То есть в итоге у нас один знак минус лишний. Вот. И
Вот. А тут у меня будет. Тут у меня будет S минус T в квадрате. Минус R в квадрате минус 0. Вот такой интеграл. Вот он восходящий, мне ничего реализовывать не надо. Вот. Я делаю замены. Я делаю замену, соответственно, S минус T равно R. И у меня получается, что у меня тут dρ dt, от t ничего не зависит, интеграл по t дает большое t. Вот. Уже единица минус, плюс в квадрате t, 4 в квадрате. Вот на интеграл минус t на t dρ. Интеграл табличный, да? Это какие-то там логарифмы. Понимаете, что это логарифм? То есть это логарифм, единственное, что логарифм здесь нижняя часть. Вот. Поэтому вам не нужно учесть, только надо этот клад. Вот. То есть, ну вот, посчитаем интеграл, получим плюс этот квадрат. Вот. И пи на R. Вот этот. Значит, ну и хорошо. Вот это первый член разложения вот этого света. Нам от него взять логарифм. Значит, если мы возьмем от него логарифм и поделим. И поделим на минус t, да? Значит, если мы берем логарифм, логарифм единицы плюс x это x, вот единица плюс x, да? Это x делим на и t минус и t, мы отсюда получаем, что v от r равно минус t в квадрате t, 4 пи в квадрате t. Вот. То есть вот так получается клон. И вы можете дальше считать поправки там и так далее. Вот. Единственное, что вы таким образом никогда не получите какие-то линейные роста потенциалы, да? Вот. Будете считать какие-то поправки. Так, понятно? Поправки было, чем больше R. Поправки, да нет, на самом деле это будет, вы помните там потенциал Брейта, например, вот такого типа. Ну, если мы в нем, конечно, P вот всякий уберем, тут у нас P фиксировано. То есть у нас позиция не только при больших, но и при малых. При малых это тоже будет не кулон в точности. При стремящемся к нулю, вот это будет. Дело вот в чем. Тут на самом деле констант связи зависит от R. Так? Yeah. Вот. Это вот первый член, где мы не видим, что он зависит. Это просто посчитали все. Yeah. Да. А если вы еще, скажем, G4 будете считать, то там у вас уже нужно будет сделать ренормировку, сюда что-то войдет в G, и будет еще какой-то член. Вот. Вот так. Теперь вопросы к этому есть? Значит, мы еще раз что сделали? Мы взяли явный интеграл, да? Поставили на него интеграл, посчитали интеграл и увидели, что потенциал это клон. А единицу мы на нее забили. Почему? Нет. Нам нужно взять логарифм. А, логарифм. Да, логарифм убирает единицу. Вот. Хорошо. То есть я тут некоторым образом демонстрирую, что вот через Вильсонов купить можно выразить некие наблюдательные величины. Наблюдательные величины калиброчных вариантов, ветки калиброчных вариантов. Существует утверждение, некое общее, что на самом деле вот любые наблюдаемые, то есть вот эти калиброчные варианты величины, можно выразить через некоторые ветки. Вот, оно такое общее.
общие эти петли не всегда такие очевидные, не всегда их мало, может быть много, но тем не менее утверждение такое есть. Вот. Через некоторое время это мы считали, когда мы считали G мало, то есть можно разлагать, да? Через некоторое время мы посчитаем то же самое, но когда G велико, разлагать нельзя. И посмотрим, как она себя ведет. Вот. Утверждение такое, что вот это R. Значит, тут у нас клон. Вот то, что мы сейчас видим, да? А дальше он пойдет вот так линейно. Ну и там будет что-то. Это мы пока не видим. Но увидим. Ну это вот в этом смысле и будет конфайнер, что он туда выходит. Вот. Но пока вот отсюда вы это никак не получите. Разлагая по малому G. Вот. Потому что G там будет немало. Вот. Значит, на этом мы идем дальше. Следующая тема у нас функциональный интегризм. Вот это Вот.
не отзад. Вот, как вот это можно считать? Ну, мы квантовые механики считали. Вот. Мы посчитаем немножко по-другому. Вот этот оператор U, он обладает свойством, что U оттенит N-штрих, а V N-штрих и 102 штриха, U оттенит 102 штриха. Ну, вот это следующее свойство. Да? Это позволяет нам вот этот маточный элемент представить в следующем виде. U-штрих вот это. Это большое, не имеющее никакого отношения к числу цветов. Да? Вот. То есть мы вот разбили наш интервал на много-много маленьких интервалов. И там у от эпсилона это, если наш гермитиан это тогда это есть инъекция на значит на тоже квадратный двойник плюс вешку. Вот. После чего я могу вот каждый из интервалов сюда ставить полную систему собственных функций оператора U. Вот тут я какой-нибудь такое упоминание. Часто я не буду этот интеграл такой писать, если это будет так понятно. То есть вот тут вот я вставляю вот эти самые интегралы до Q. Да? Там. 1, 2 и так далее. Я их называю. Тут, соответственно, N. Ставили их между каждым между, да? Ставили, соответственно, нужно посчитать вот такой вот маточный элемент. Есть степени
Текст есть изменить эпсилон. То есть подарите эти два. Что я тут могу заметить? Вот эти операторы по ИКУ, они не коммутируют, да? Но эпсилон у меня маленькая-маленькая, поэтому я могу написать, что это равно. E в степени минус эпсилон в квадрате 2 умножить на E в степени минус эпсилон в куб плюс по большой эпсилон в квадрате. И эти по большой определить. Вот. Поэтому дальше я их под этим приближением малых эпсилонов сцепил. Вот сюда поставил в этом минус 1. Потому что вот это P, это его собственные функции, я просто сейчас вот это P на P минус 1 заменил и принесу. И использую, что P на P минус 1 это P. Вот, тут, значит, если быть честным в этом смысле, я должен написать DPN через P минус 1. Вот это я вставлю. Так, понятно? Или непонятно? Вот, хорошо. Значит, вот здесь этот оператор действует сюда, даст мне pn минус 1 в квадрате, этот пронесется, pn pn минус 1 даст мне дельта функцию, да? 2π дельта функцию. 2π дельта функцию даст, одно из этих 2π уйдет, скажем, dpn минус 1 уйдет. У меня останется один интеграл, который я просто p назову. Это n 2π. Значит, через 2π минус π эпсилон. Это число. Да? Это число. Это число. Это мы вот с этим. Теперь у меня еще два вот таких стоит. Это e в степени i. Значит, p n минус p минус 1 с каким-то знаком. Значит, с каким знаком? Вот если так мы определяем, то вот это минус и соответственно, вот этот знак у q n минус 1 должен знать минус. Ну, значит, так. И вот это на две степени минус p x q n. Нам нужно взять фурье преобразование, тут такой штуки, гауссовый интеграл. Понятно, что будет, да? Вот здесь будет коэффициент спина альфа. Альфа, это у нас, вот, соответственно, и это на 2. Значит, одно пришло отсюда, второе пришло отсюда. Вот. Значит, вот тут так вот. Это вот это. Вот. На экспоненту. На экспоненту. То есть я вот тут должен выделить полный квадрат, да? Значит, у меня полный квадрат проинтегрируется и останется кусочек. Соответственно, такого типа, что там будет u n минус q n минус 1 в квадрате с обратным этим. Знак другой. Вот,
И вот этот, а этот как стоят, так и стоит. Умножить, а если поделить вот, вот это я буду называть там А. Некогда осталось. Итого, это вот как этих интегралов с поэксином, у меня тут уже сколько. Для вот этой амплитуды я получаю. Я получаю вот это произведение. Это вот отсюда. Да? Сейчас. Вот. И тут будет что? Тут будет стоять Е степени. И сумма М. Соответственно, вот единицы, то n хорошо. И где, соответственно, q 0 это q, q, а q n это q. Да. Число общее. Я там квадрат. Вот. Вот такое мы написали, да? И вот, и вроде бы все. Вот такой объект, собственно, это объект, он есть та самая амплитуда. По определению пишется так. Это не такой объект, а предел такого объекта. Предел. Когда мы все меньше, значит, делим, у нас получится интеграл, пишется это так, ТК в степени И. Вот это вот вам ничего не напоминает? Вот то, что стоит в понятии. Когда мы эпсилон будем стремить делать маленьким и маленьким, это у нас у с точкой в квадрате, ну а это b от q. Кинетическая энергия минус потенциальная. Это Лагранжа, это интеграл по dt. Да? Интеграл по dt от него это действие. Так? Вот, поэтому я напишу s от q. То есть вот это стремится к интегралу dt. Вот, L, L, и кусочки. Да? Тут я просто помню. Так, и, значит, вот эти границы не сделали. Уроли. Так, ну, нехорошо. Вот, да, вот
потому что не отрегулировали. Значит, вот Т. Вот Т. Значит, а Т разрешили? Значит, вот тут от Т разрешили. Тут, соответственно, Q0. Вернее, не Q0, а Q. От Т это Q, а Q от Т это больше. Граничный слой, да? Вот. И тут вот интеграл. Значит, Т это Т. Значит, там есть вот Q. Вот. Вот это называется функциональный интеграл. Это называется функциональный интеграл. То есть амплитуду перехода можно представить в виде вот такого функционального интеграла. В чем его смысл? Смысл его вот в чем. Если я нарисую вот это у меня будет Q, это будет T. Вот тут у меня где-то есть T, это есть Q, это будет здесь Q, здесь есть Q'. Вот. И, соответственно, вот эта точка, это начальная точка, да? А вот эта точка, это конечная точка. Вот. И что тут происходит? Тут говорится, давайте мы разобьем вот это все на какие-то там отрезки длиной эпси, да, по времени. Вот. В каждом таком, значит, момент времени t мы ввели свою координату q от этого t. Вот. И вот они как-то вот тут, значит, есть. Ты меня будет вызывать, это одну начальную, ну, вот Т. Значит, в каждый момент вот этого времени у нас есть некий Q. И мы по ним интегрируем. Причем в бесконечных пределах, да? Вот. Траектория, которая в итоге получается, она получается вот какая-то такая. Вот. То есть мы таким образом, чему равна амплитуда? Амплитуда равна сумме, ну, интеграл, я в смысле сумму, да? Сумме вклада каждой из траекторий, где вот все промежуточные точки, вот эта траектория будут на две уровня. Любых траекторий, да? С весом, а вес этот равен, ну, вообще говоря, действию, да? Вот. Вот такой смысл у функционального интеграла. Если вы хотите посчитать амплитуду перехода отсюда сюда, вы должны взять все траектории возможные, которые туда ведут. Они не обязательно там гладкие, они могут быть очень сильно такие вот изрезанные. Для каждой из этих траекторий вы вычисляете действие, вкладываете там их все, получаете ответ. Вот. То есть, и причем я замечу, что здесь нет никаких операторов, никаких эмоциональных соотношений там, да? Вот. Ничего этого нет, это просто траектория. Вы нарисовали траекторию любой рукой, да? Для нее взяли вот этот интеграл, посчитали. Посчитали действие, ну вот эту интеграцию. Меняем эту траекторию. Вот. И все, это некий такой конструктивный способ. Вот вы взяли и считаете по всем траекториям. И смысл физический, что вот частица, ну или некое состояние эволюционирует по всем траекториям. Только вклады траекторий, которые, скажем, если у нас... что такое классическая траектория движения, уравнение Эйден-Лагранжа? Это производная, значит, ну это... принцип наименьшего действия. То есть вот действие, оно минимальное.
мы вот пишем уравнение, что вот это действие минимальное, оно дает нам какую-то траекторию. Эта траектория, вообще говоря, там гладкая такая, вот она кратчайшая, там в некотором смысле соединяет две точки. И мы говорим, что система на самом деле эволюционирует по этой траектории. В этой траектории действие минимальное. Вот. А тут, по этой механике, мы говорим, что ну, вот на самом деле теория взаимодействует, это самое, эволюционирует по всем траекториям сразу, да. Но вклады у каждой из них взвешены вот с этой вот фазы. Если действие минимальное, то фаза минимальная. Это принцип стационарной фазы. Так? Вот. А на самом деле вклады, скажем, вот изрезанных очень траекторий, фаза будет очень сильно меняться, вклад будет маленький. Вот. Ну, например, если у вас есть там, скажем, две траектории, вот у вас какая-то две щели, да, вот она вот так может идти. Вот вы эту посчитаете, и эту посчитаете таким образом. Да? Вот. Вопрос. Вот вы фиксировали какие-то ку там, да? То есть вот тут у вас, вот вы задали какие-то ку, да? Вы вот это посчитали. Так? Потом вы начинаете ку менять, ну, снова считать. Мой вопрос, почему это не работает? В смысле? Ну, это как это видит, как бы, если тема снова мол. Как бы здесь народ исходилось из принципа ограничивания единиц, да, или не просто это, насколько я помню, Фейнман, значит, если 25 подумал, а почему-то не так. А вот при переходе к пределу да. бесконечной воды, вот эти вот константы, они же сокращаются, да? Какие константы? Ну вот значит, смотрите, константы. Если вы на нее внимательно посмотрите, а я не стер, да? Вот эта константа А, она не длится на коэффициент, ну так себе тут, да? То есть вообще говоря, она там расходится со страшной силой, да? Но тем не менее это константа. Вот. Поэтому имеет смысл вообще говоря считать некие отношения этих амплитов, чтобы она там сокращалась. Вот. Поэтому вот мы сейчас к отношениям не перейдем. Вот. То есть той конечной формуле она все-таки есть, да? Ну, это просто определение интегралов. Нет, это просто бесконечная. Ну, она там есть, да. Вы можете сказать, ну давайте я буду определять там, чтобы ее нет. Ну, можете, да. Но все равно все имеющие смысл величины будут определяться через отношения. Поэтому мы ее будем всегда сокращать. Функциональный теорема лежит в основе вычисления решетка. Да, в том числе. А вот в том числе, а еще в каком числе? Ну, насколько я понимаю, что в физике так люди считают. Ну, это я. А в теории КХД это используется, этот аппарат? Да. Сейчас мы выведем пропагандеры. Ну, то есть это альтернативный совершенно метод. Вы можете вообще ничего не знать, как чем он уже будет. Я не могу за 10 минут. Мы, я думаю, к концу курса вы сможете ответить, чем больше, чем хуже. То есть это полностью альтернативный метод, который где-то лучше, где-то хуже. Но с его помощью, в принципе, можно посчитать все то же самое, что и с помощью вторичных фундаментов. То есть вводя агрессию, разлагая по ним, вводя коммуникационные отношения и так далее. Чем здесь хорошо? Здесь нет кратности. Здесь вот просто. Какие-то функции, значит, вы по ним просто усредняете какие-то вещи и все. Вот. Еще сколько осталось? 15 минут. Это была, значит, квантовая механика.
пространство, да? В каждой точке этого пространства есть некое поле, то есть функция от этой координаты, да, и время. И вот оно как-то там, значит, меняется в соответствии с каким-то там законом. Вот. Чтобы вот это вот туда внедрить, мы можем говорить следующим образом. Вот наше, значит, пространство четырехмерное. Ну, сначала, вот, господи, ординатов, да? Тут вот мы введем какую-нибудь там решетку, да? Неважно как, как. Вот, в каждой точке с координатой x у нас стоит поле, да? И тогда наше поле, пятый, оно перейдет в некоторый вектор x1, x там, n какой-то, большое-большое. Где x1 и xn, это номера вот всех этих точек решетки. Что там, x1, d, там, где-то x1. Вот. После чего мы говорим? Ну вот смотрите. Вот наш вектор. Вот мы можем каждую из вот этих вот величин рассматривать как вот эту самую Q, это полевой оператор. Как вот Q. У нас будет Q1, Qn. Это, если раньше у нас была одна координата, да? Одна координата. Вот в этом рассмотрите. Да. Я зря их. У нас была одна координата Q, и были состояния, означающие собственное значение этой координаты Q1 и Q2. А теперь у меня система состоит из большого количества координат, вот этих Q, да, которые я называю Px1 и Px2. Вот. Я сейчас просто переход к другому. Да? Хорошо. Вот. Значит, большое количество координат. Ну, конечно, да? И, соответственно, если я возьму мой Лагранжан, мой Гамильтониан, то я могу, это некая квадратичная форма от вот этих Q и импульсов, соответственно. Так? Я эту квадратичную форму могу по импульсам диагонализовать, вот. И у меня получится мой Гамильтониан. Это будет сумма вот таких вот, значит, по этих квадрате, плюс какой-то потенциал, который как-то запутает все эти пункты. Вот. После чего я говорю, ну вот я вот точно ту же процедуру проделаю, только у меня вот это состояние будет не для одной Q, а для вот их всех. И вот так проделаю. Вот это у меня диагонализованная матрица, у меня вот этот трюк весь пройдет. А V, он зависит от координат, но он будет зависеть от всех. Вот, и того я вот к этому вот приду в итоге. А если я буду считать амплитуду перехода. Вот, но в финальном поле мы интересуемся, как правило, не какими-то моментами времени, а там бесконечностью. Поэтому и не какими-то фиксированными вот Q конфигурациями полей. Значит, поэтому имеет смысл, ну и люди вводят вот такую вещь. Значит, Z называется 0, ну и Z от нуля. Сейчас я объясню, что это за 0 и зачем. Вот, это вот такое. Z. Значит, что здесь сделано? Мы вот тут вот, в ДНКУ, были интегрированы по всем внутренним точкам. Так. Вот. А теперь мы еще вот по этим проинтегрируем тоже. По первым, по последним. Ну, добавим вот сюда еще два интеграла. Это первое. А второе устремим вот это t в ту бесконечность, а это t в ту бесконечность. То есть это у нас будет от минус бесконечности до плюс бесконечности.
конечных условий нет, и тот интеграл от нуля до минус бесконечности до плюс бесконечности. Все. Вот. Если проинтегрировать по всем точкам от нуля до штрих. По всем точкам вообще в пространстве. Как по ку или по фи? Значит, смотрите, когда у меня одномерная квантовая механика, ну, у меня есть одна координата ку, да, и я по всем ее значениям интегрирую. Теперь, когда у меня, значит, многомерная, да, то я значение поля в каждой точке называю координатой, да, и интегрирую по всем этим координатам, ну, по фи от x, да, момент времени от минус бесконечности до плюс бесконечности. То есть для каждой из вот этих вот φxитовых у меня есть вот эти вот ну, n интегралов, ну, бесконечное число интегралов, что вот. Значит, это вот эта вот вещь. Вот. Это... Чего за символ? Вот это символ. Вот это экспоненте действия f. Значит, так, ну что я тут говорю? Значит, это у меня понимаем, да, что вот тут вообще говоря какая-то бесконечная константа стоит какого-нибудь. Да. Ну, стоит и стоит. Значит, вот это z называется производящий функционал. расскажу вам в следующий раз. Потому что, что такое производящий функционал, вы же много помните, там стоит какая-то там, не знаю, функция, вы по ней дифференцируете, получаете какой-то там полином. Ну да. Вот мы по нему будем дифференцировать, получать функцию гриль.
Это некий формализм, вот мы сейчас его пройдем и будем уже чего-то там применять. Вопрос. Переход от ку к фи. Да. Фи, вот вы сказали, что фи это есть функция, которая, ну, то есть это болевая функция, да? Вот, она в каждой точке зарплаты. Она, да, но это более там, температура, скажем. Ну да, вот. И таких штук, ну, N большое, вот то N большое, которое у вас там написано, это другое N большое. Другое там N большое. Вот, это которое там по координатам, которое по времени. Вот. И получается произведение, оно тоже по всем максимум, да? Сумму по x это то, что мы просили, но вот интегрирование по да, да, это 4x в этом смысле в пределе вот тут вот здесь, да, почему нельзя там интеграл написать? Да, это плотность, а там был просто сумма. Это плотность. Да, плотность. А почему интеграл нельзя вместо суммы? Нет, я тут написал некие, вот как это дискретно пишется. Мне просто удобно будет потом вот с суммой работать. А вообще говоря, в пределе это интеграл. Вот. И в принципе, теорию можно начинать строить вот тут вот суммы. То есть мы вводим вот z, да? То есть у нас есть действие, и потом мы покажем, что любые функции время получаются дифференцированные вот этого z, поэтому уже. А задавая величину можем. Там, задавая ведь g, мы можем... задавая ведь g, а дифференцируя вот это z, прожить сколько надо раз, потом полагая g будет второго равным нулю, мы получим некие функции грина. А из функции грина мы получим там все остальное. Так, ну все так. В следующий раз вы снова встречаетесь со мной в среду. Да. Нет, один раз. Семинар будет в четверг.